Всем привет! Буквально на днях получил Lenovo P8, 8-дюймовый планшет с 4G, офигенный планшет. И я для него заказывал параллельно с тем, как я его заказал. Я заказал чехол и стекло для него. И вот они пришли, буквально несколько дней прошло. Заказывал их тоже на GearBest сразу же в день, когда покупал планшет. Итак, накладные вот такие вот на маленьких бумажечках теперь. Все, дальше пусто в конверте. Давайте посмотрим. Чехольчик. Прикольный такой, сзади под кожу сделан и спереди под кожу. Динамики не закрыты. Камера открыта. Качельки, все отлично. То есть под него сделан оригинальный, я так понимаю. Ну, якобы там оригинал было написано. Ссылка будет в описании. То есть все отлично. Ну и давайте теперь стекло посмотрим. Обычная упаковочка. Идет стекло. Стекло целое. Сейчас будем его лепить. И две салфеточки. Скудненький наборчик. Но в такой вот красивой большой коробке. Ну и сейчас попробуем налепить. Кстати, хотел снимать чехол. Решил проверить, как он будет стоять. И реально он не стоит. Пока не получилось поставить. То есть он все время падает. Вот эта штука, она просто выезжает. О, поставил. А вот так падает. То есть нужно еще где-нибудь под углом его поставить выше. Видите, поставил на коробочку. И не падает. Ставлю на ровное, все, упал. А, это даже наклейка, это даже не транспортировочная пленка. Я думал, здесь пленка защитная. А это просто наклейки прямо на экране. Вот это новости. Ну, зато ими можно пыльку убирать. Ладно, давайте тогда протрем. Не успел нажать, вот уголочек один, было вначале, когда наклеил, было пятно посередине, пришлось один уголок приподнять и еще раз пустить. Вроде бы все нормально, сейчас почистим, посмотрим, как оно там, если что-нибудь под низ попало или нет. Тряпочка с JD. Ну, вроде ничего не попало под стекло, но отпечатки на нем остаются. Давайте попробуем. Немножко криво его налепил, но оно чуть-чуть меньше, чем планшет, поэтому проблем, я думаю, не будет. Я его немножко, вот надо было левее налепить, но я думаю, камере передней мешать не будет. Сейчас проверим. Итак, загрузились. Немножко прилипает палец, то есть он скользит по стеклу, ну как бы не скользит, а притормаживает палец. Мне это как бы не нравится в стеклах, ну ладно уже, что уж быть. Может, залапаю немножко, жиром смажется и будет лучше. Но он тормозит. По родному экрану пальцем очень приятно. Но уже несколько микроцарапин, и два дня пользовался им. И уже несколько микроцарапин, когда вытирал, заметил на экране. Поэтому без стекла, ну, лучше стекло сразу приобрести. Вот. Ну, в принципе, нормально, можно пользоваться. Все, теперь у нас полная комплектация, чехол, стекло, можно пользоваться, наслаждаться, вот. Единственное, что чехол, наверное, нужно разработать, чтобы, ага, вроде бы поставил, нет, падает все равно,
Вот, ну я думаю, он разработается, немножко лучше станет. Скорее всего, за счет этого, за счет того, что новый, он разгибается. И вот здесь скользит, разгибается и вот, уже стоит. Ну, и падает периодически. Ну, я думаю, не критично. Вот здесь вот магниты, чтобы он на магнитах закрывался и не открывался самостоятельно. Когда открываешь, включается экран. Вот, экран выключен. Экран включился. Все работает. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!